Первый раз в первый класс приняли ребят в школу-интернат номер один в Гор-Роще. После первого звонка по сложившейся традиции новые ученики рассказывали стихотворение о школьной жизни. Обернутые тетради, как снег воротнички, мы знаем все порядки, хотя и новички. Посетили первый звонок в школе-интернате и работники рязанской полиции. Они уже давно дружат с воспитанниками и регулярно проводят для них обучающие мероприятия. К визиту полицейских ребята приготовили танцевальный номер. Все то, что воспитывает ребят, все в их пользу только. Благодаря этим встречам, этой дружбе. Полицейские подарили памятные презенты всем первоклашкам. Также региональный начальник полиции Николай Пилюгин наградил учеников, которые участвовали в конкурсе рисунков, посвященном 90-летию спортивного общества «Динамо». В программе «Дня знаний» был и праздничный концерт, и дружеская встреча по футболу. Но главное – это продолжение дружбы взрослых и ребят. В новом году, говорят полицейские, она будет только крепнуть.